Всем привет, с вами При. Сегодня мы вскрываем сундучки и надеемся на идеальный лут. Вскроем три сундучка ПВЕшных на Монке, на ДК и на Воине, ну и один, конечно, ПВПшный на Монке. Вскроем на дамагера, быть может, выйдет какая-нибудь тринька или что-нибудь другое полезное. 68 пыли и поясок. Конечно же, бесполезный. Иначе, в принципе, и быть не могло. Ключ святилища штормов, модификатор текущей недели, разъяренный, некротический и тиранический. До сих пор еще в Варкрафте идет первый сезон, поэтому сезонный модификатор зараженный. Также вылезают личинки гуна, и также мы их быстренько убиваем. В принципе, неделя достаточно легкая, и позакрывать высокие ключики будет вполне приятно. Некротик, конечно, не самый лучший модификатор для танка, но, по крайней мере, он напрягает только танка и хила. Дамагеры при этом могут полностью расслабиться. Что же принесет сундучок ПВПшный? Я думаю, какую-нибудь азериточку. Нет, зачем? ПВП-тринкет плюс один дистиллиум в принципе не помешает, хотя, скорее всего, это будут просто-напросто 64 голды. Идем дальше, дальше по списку ДК. Скорее всего, я чувствую, ДК полутал бы какую-нибудь зеритку, если бы это было до патча 8.1. Но теперь все персонажи лутают пыль титанов для последующей покупки азеритовых вещей. Их можно купить сейчас, можно пыль накапливать и потратить в момент выхода рейда 23 января. Но все-таки чувствую, упадет что-то классное на ДК. Быть может, колечко. Или тринкет какой-нибудь. Да, лут на кровь, все хорошо. А, это плащ. Ну, в принципе, плащ на трансмог. У меня его еще не было ни разу. Так что вполне неплохо. Ну, опять же, все это пойдет в утилитрон. Воин на самом деле не так классно одет, там всего лишь 371 эквип. И быть может, я получу что-то полезное. Хотя система рандома достаточно жестока ко мне. Маунты не падают, ничего не падает, все крайне плохо. Угу. Лут на защиту. А, ну да, кстати, щит или меч может упасть на самом-то деле. А, ну, еще один плащ, только до этого у меня был такой 370-й, а теперь 380-й. Ура, улучшение! Ну что? Недельные сундуки вскрыты. Не забывайте про еженедельное событие. Оно очень классное в текущий момент. Пройдя 4 мифика, либо мифик плюса, можно получить сундук героический Сульдира. А там 370-е, ну и выше вещица. Также не забудьте про островную экспедицию. За отбитый кап там дается карта сокровищ, с которой могут весьма полезные награды для соратников вылезти. До скорого. Берегите ноги.